Видео подготовлено сайтом online.gdz.net. На страницах 47-48 мы выполним задание под номером 2. По цифре 1. Выполните задание для работы в группах. Узнайте хвойные деревья по веточкам и шишкам. Пронумеруйте рисунки. Первая ель, вторая сосна, третья кедровая сосна, четвертая пихта и пятая лиственница. Итак, ель у нас по цифре 1, и вот она. Сосна по цифре 2, и вот у нас сосна. Третья кедровая сосна по цифре 3, вот она. Четвертая пихта, пихта у нас вот. И пятая лиственница, лиственница вот у нас. Проверьте себя по рисунку учебника. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на нашу группу в социальных сетях.